Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описания, опубликованные в книге «Сокровища искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Издательство 1904 года». Тициана Пичеллио. Венецианская школа. Положение в гроб. Автор известного «Чичероне», руководство к изучению художественных произведений, находящихся в Италии, Бугард, таким образом характеризует великого венецианского живописца, божественное в Тициане, его способность чувствовать ту гармонию в вещах и людях, которые они должны бы были быть наделены, и которая в них проявляется смутно и отчасти. То, что в действительности представляется разрушенным, разъясненным и условным, под кистью Тициана оживает во всей полноте гармонии и совершенстве. Самую большую долю в успехе этого мастера следует приписать необычной прелести его колорита, сильного и вместе с тем нежного, прозрачного, сочного, его неподражаемому умению сливать в одно гармоничное целое все яркие тона его образов, дышащих мощной жизнью и свежестью невидающей юности. Картины Тициана рассчитаны преимущественно на эффектность колорита. Композиция, ход линий, освещение – все в них обусловлено сочетанием красок, что не мешает, однако, моделировке быть чрезвычайно рельефной. В ряду произведений Тициана в одинаковой степени отличающихся и рельефностью форм, и силой красок, особенно замечательна картина «Положение в гроб», находящаяся в Луврском музее. Это один из тех перлов искусства, которые перешли, вероятно, через посредство Рубенса из мантуанской коллекции в галерею английского короля Карла I. При аукционной распродаже его картины, произведенной по повелению Кромвеля, Тициановское «Положение в гроб» досталось банкиру Ябаху. Последний продал его Людовику XIV, и с того времени оно красуется в Лувре. Композиция этой картины Тициан подражал Донателло в различных его рельефах того же содержания, но вечернее освещение придает сцене более мягкое, трогательное выражение. Голова Христа погружена в глубокую ткань. На голову его ближних падает лишь несколько световых лучей, через что смягчается на их лицах экспрессия. Только тело усопшего, вступающее своими теплыми тонами из холодной белизны покровов, изображено в полном освещении и ясно вырисовывается своими чудными крупными формами. Блестящие ткани одежды отражают мерцающий вечерний свет на темных местах картины и придают глубоким, роскошным краскам прелесть своеобразной торжественности и таинственности. Своим колоритом «Положение в гроб» всегда производило сильное впечатление на художников. Тинторетто и Паоло Веронезе испытывали на себе влияние этой картины. Рубенс восхищался ей, будучи в Мантуе, а Ван Дейку она служила образом для изображения подобного рода. Никола Пуссен и Делакруа учились по ней. Ну вот такое описание картины я нашел в книге издания 1904 года «Сокровища искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах. Баде Кнампа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Пока-пока. До свидания.